Дорогие друзья, приветствую вас на Паралии. Сегодня у нас 9.06.2021 год. И Паралия никогда в жизни, наверное, столько людей еще не видела. Время у нас еще не позднее. И вы посмотрите, везде народ. Везде сидит. То есть вот фрегат, самое дорогое заведение. Столиков свободных нет. 9 июня, ребята, это как будто аншлаг. Вы посмотрите, что происходит. Я думаю, это что-то из разряда вон нереального. Такой у нас, наверное, самый пик сезона происходит. Я надеюсь, что сейчас не пик сезона же, нет, 9 июня. А если это не пик сезона, то что будет дальше? Вы представляете вообще себе, что может быть дальше, когда сейчас в таких количествах люди к нам приехали на отдых. И ты смотришь дальше, там их еще больше. Эй, ребята, потише, как говорится. При том, что у нас погоды, как говорится, нету. Очень холодно, купаться не вариант. То есть вообще все прям печально, страшно и грустно. А люди приехали, а люди с настроением. Они отдыхают, они получают удовольствие. Смотрите, детский клуб вообще, там очередь в него стоит. Сегодня наблюдал очереди в столовую номер один. Ну, это какая-то просто сверхфантастика. Я искренне рад за всех тех, кто смог себе позволить приехать. Желаю всем хорошего отдыха. Желаю, чтобы не было никаких у вас эксцессов с заселением, проживанием. Чтобы все было хорошо и прекрасно. Вот даже у нас причал, смотрите, причал, ребята, запустился. Еще не вечер. Я вам сейчас просто покажу посадку. Сколько там сидит уже людей. Вон. Бац, уже столько знает. Причем причал обычно вечер качает, понимаете? То есть обычно в это время там людей особо нету. А с левой стороны вот та же самая Хинкальная, пожалуйста, тоже полная посадка. Огромное количество людей сидит. Офигеть, вот это сезон 2021 года. По-моему, войдет в историю для Витязева как самый многочисленный. Просто столько, чтоб тищили люди, я за свою жизнь никогда не видел. Особенно в июне, друзья. То есть обычно здесь все пусто, грустно и печально. А сейчас, конечно же, мы видим самые фантастические кадры, которые я вам передаю во все ваши города. В общем, тепла, счастья и уюта во все ваши дома.